вещами. И вот тут уже тачки просто здесь начинают припарковываться. Колею ездят, если кто-то навстречу снизу едет, особенно по этому гололеду, хрен оттуда ты выедешь. А там вот эта железная дорога и овраг, капец, короче. 60 тысяч квартир однокомнатные. Туда нахер вниз, вот эти муравейники. Шикарное место для проживания. А это еще не самый низ, блин. Вот это нахер этот Парк Хилл, наверное. Вывески нет. Капец, это гололед. И вот туда вниз, к железной дороге. Шикардос, шикардос. Просто офигенно. Это, кстати, да, нет, да точно вон. Сейчас подойдем ближе. Райончик. Вот он где-то там стоит в глубине. А тут всякие. Так, клоповники. Клоповники. Отсюда заезжать. Потом туда вниз. Укорачиться. Идет туда железная дорога к метро. Но тезреет, созревают квартиры. Шевченковский квартал, ветер северный. Самый тупик. Где-то там по врагу дорога на метро Сырец. А вот это чудо стоит тут. Все тут огорожено. Короче, прямо света нету в доме, не видно. Ни одно окно не горит. И одно было, чтобы видел. А так, мраки запустения. Стоят. Не знаю, что надо брать мне. Надо брать. Пока дрова не есть, можно топить, наверное. Просто, блин. Арендаторы будут. Сука, аж оттуда вдоль забора стоять в очереди. Будет просто ломиться. Короче, надо слушать Николая Владимировича и брать. Негайно.